Сегодня мы очень коротко поговорим с вами про 25-ю страницу трактата Бава Кама. И здесь, на самом деле, очень сложная сугья по целому ряду причин. Я попробую хоть в общих чертах описать, о чем здесь идет речь. Как мы видели, в Мишне, Мишна продолжается на нашей странице, вот одно из неудобств Дафьоми, что если делать именно по странице в день, то часто прерывается прямо посередине чего-то. Так вот, наша Мишна началась на предыдущей странице и кончается на этой, на 25-й. А именно диспут Раби Тарфона и других мудрецов насчет того, керен, рог, нужно ли платить полную стоимость или только половину, когда это произошло в чужом дворе. То есть мой бык зашел в ваш двор и стал там бодаться. Плачу ли я половину, как если бы это было на улице, и так считают хахамим, или я плачу полную стоимость, раз я в вашем дворе, да, если бы мой бык стал есть вашу пищу на улице, я бы не платил весь ущерб, или растоптал бы ваши вещи, на улице я бы не платил, а во дворе я плачу. Так тем более рог. Так считает Раби Тарфон. Так вот этот принцип тем более, дословно от легкого к тяжелому, к более строгому, так можно перевести, каль вахомер. Все наверняка слышали это выражение. Это первый из принципов изучения Торы. Да, вот есть, как говорится, 13 принципов Раби Ишмаэля. Мы их произносим каждый день в утренней молитве, в конце первой части молитвы, перед первым кадышем. Вишлоши сремидот, а Тора не дрешит. Что есть 13 принципов, по которым учатся из письменной Торы устные законы. И мы большинство из этих принципов постоянно встречаем в трактатах как Баба Кама, где очень много подобных драшот. Но самый первый и самый фундаментальный принцип – это каль вахомер. От легкого к строгому, то есть от более от менее очевидного случая к более очевидному. То есть если уж верно для А, тем более верно для Б. Так вот, есть такой общий подход, что мы не можем выучить больше, чем в случае самого А. Как Мишна наша говорит, что сказали мудрецы Раби Тарфону, достаточно лаво мин гадин льет кенидон. Что то, что мы пытаемся выучить, не должно быть уж больше, чем то, из чего мы пытаемся выучить. Как Талмуд объясняет, один из примеров кальва хомера в Торе, есть несколько мест в Танахе, где используется принцип кальва хомера прямо в стихах Торы. И один из известных очень мест, одно из известных очень мест, это когда Мирьям говорила плохо про Моше, и Всевышний послал ей проказу, ну, какую-то болезнь, которая называется в Торе царат. И говорится, что Всевышний сказал, что даже, да, когда Моше за нее молился, за свою сестру, то Всевышний сказал, даже если бы ей плюнул отец в лицо, она бы 7 дней стеснялась. Поэтому пусть 7 дней находится вне лагеря, в карантине, и потом вернется. Так вот, говорит Талмуд, что это тип кальва хомера, что для Всевышнего, если бы уже человеку она, да, если бы ее отец бы на нее обиделся, если бы отец не плюнул в нее за что-то, то она бы 7 дней была бы, так сказать, не подходила к нему. Тем более, давайте ей для Мирьям сделаем наказание в 7 дней. 7 дней она будет вне лагеря. Кстати, урок моральный всего этого, как учат Мидраши, есть же специальное место потом в Торе, где говорится, не забывай, что произошло с Мирьям, помни об этом. Одно из мест в Торе, где говорится, помни. Так вот, учится из этого, что нужно помнить, чтобы не говорить плохо про других. Если уж Мирьям, которая любила Моше и критиковала, как она считала, по правильным причинам, и все равно такое наказание ее постигло. Тем более люди, которые специально злословят против других. Особенно сейчас, когда еврейский народ в опасности. Вот недавно они опубликовали, один из погибших солдат в Азии, как он писал своим, буквально накануне своей гибели, он написал своим ученикам, он какой-то учитель бывший, он написал своим ученикам, что не говорите ничего плохо про других. Иногда люди любят другие группы как-то обсуждать, эти такие, сякие, ни правые, ни левые. Любовь и единство – это самое главное. Вот. Нам очень важно, чтобы не было против нас наверху, так сказать, обвинений, молшинут. Когда мы друг друга ненавидим, то, соответственно, и наверху поднимается сила, так сказать, как загаргает, как автор Мишны Брура Хофец Хаим приводит. Что тогда и наверху постоянно на нас поклёб появляется. Так вот, Мирьям говорится, что только 7 дней была вне лагеря. Не 14, например. Мы не говорим, что
Раз уж в случае отца не нужно было бы стесняться 7 дней, так тем более в случае Всевышнего пусть 14 дней, как минимум, будет вне лагеря. Мы так не говорим. Мы говорим, достаточно лаво мин один, льет кинедон. Что из чего мы учим, столько же мы и учим, но не больше. Ну, если простым языком говорить, как мне когда-то, когда я только становился, начинал только изучать Тору, как один раввин привел мне пример. Скажем, если ты знаешь, что А выше, чем Б, а Б выше, чем 170 сантиметров, то А тогда тоже выше 170 сантиметров. Это все, что мы знаем. Мы не можем доказать, что А тогда наверняка 180 или 190, но он точно не меньше 170. Также и здесь, что Каль вахомер, это только можно доказать, что не меньше, чем то, из чего учится. Но больше ты не можешь ничего сказать. Поэтому сказали мудрецы Раби Тарфону, ты хочешь сказать, что нужно платить в случае рога полную стоимость, когда рог действует в чужом дворе. Но ты же учишь Каль вахомер, ты Каль вахомер только доказываешь, что нужно платить в чужом дворе тоже, если уж на улице нужно платить, тем более в чужом дворе нужно платить. Но сколько платить, останется столько же, сколько на улице. Больше мы ничего не можем доказать. Так вот, здесь очень подробное обсуждение в Талмуде насчет этого принципа Каль вахомер, и когда именно мы говорим, достаточно или недостаточно, и вот эта вся идея, достаточно лаво мин один льет кинедон, в каких случаях, да, Раби Тарфон по-другому это понимает. И заодно они приводят разные другие брайты, в основном связанные с тахарот, с чистотой и нечистотой ритуальной. В каких случаях вроде выглядит, что нету, не используется концепция, достаточно лаво мин один льет кинедон. И вот это очень запутанная тема по двум причинам, на мой взгляд. Во-первых, драши хазаль вообще сложные. Всегда, когда они пытаются что-то выучить из письменной Торы, из стихов, это все очень запутанно и не ясно как. Гра считал, что это на уровне дат, очень сложного понимания. Да? Кажется, все это натянуто, притянуто за уши, но на самом деле есть в этом глубина и мудрость, но ее трудно очень понять, и мы часто этого не понимаем. С другой стороны, сами также темы, связанные с Тагород, там нету Талмуда. У нас Талмуд только из трактата Нида. Иерусалимского Талмуда тоже нету. Израиль, хотя бы есть Иерусалимский Талмуд, который сложнее понять, он более короткий и непонятный язык там, но хотя бы к Седер Зраим есть Иерусалимский Талмуд. А вот к Тагород, кроме Нида, вообще нет никакого Талмуда, ни Иерусалимского, ни Вавилонского. Только трактат Нида. Получается, что у нас вот эти все законы чистоты и нечистоты, их знают меньше всего люди, мало их изучают. Мало людей есть, даже среди больших мудрецов Торы, которые очень хорошо знают эти законы. Хазон Иш занимался этими законами. Отдельные мудрецы занимались подробно, но это редкость, скорее исключение. В ешивах тоже редко будут изучать эти законы. Ну и практического применения, конечно, в большинстве из них сегодня нету, кроме Нида и Едаим еще, мытье рук перед едой. Так вот, здесь в том числе я приведу вам один из примеров. В конце главы Мицора описываются разные выделения мужские, которые могут человека сделать нечистым. Так вот, есть обычное семя, которое у человека вышло, неважно, он при отношениях с женой или там во сне как-то вышло, обычное sperm по-английски, да, zera. А есть то, что называется зива. Мужчина, у которого выходит зива, называется зав. Тора его так называет. Зав, значит, течет что-то. И это вот какая-то болезнь. Говорят, что может включать гонорею, но это какие-то болезни, когда у него все время стекает там что-то. Там жидкость выходит гораздо более жидковатая, не такая же густая, так сказать, не такая же затягивающаяся, как в случае семени. И вот эта вот жидкость, зива, она имеет больший статус нечистоты, чем просто семя. Просто семя, если оно чего-то коснулось, оно делает нечистым предмет или человека, который коснулся семени. А вот зива дальше не коснулся, а только пронес, не трогая. Да, например, в каком-нибудь там сосуде было семя, и человек поднял этот сосуд. Если бы это было просто зера, то он бы нечистым не стал. А вот если это зива, если это другое выделение, болезненное, то он становится, соответственно, нечистым, даже не касаясь бемаса, то, что называется. Так вот здесь обсуждается насчет Кальва Хомера, опять же, который используется в отношении человека, который уже зав, то есть у него уже выходило выделение вот эти, которые делают его больным завом, выходили 3 раза, и он стал зав, то там получается, что даже керри теперь, даже если у него теперь выходит просто семя, у мужчины, который уже зав, у него даже просто семя имеет статус как зива. И вот здесь обсуждается, почему и почему действительно, если учиться из Кальва Хомера, мы не скажем такой же принцип, что не больше будет нечистоты, чем у обычного семени. Так вот, одно из мнений здесь будет, что причина, почему обычное семя зава
считается как зива в этом плане, переносит нечистоту даже бемаса, это потому что наверняка там есть, кроме семени, немножко хотя бы капельки остались и зивы тоже этого выделения. И также в отношении мочи, кстати, если зав по-маленькому сходил, то в моче тоже остается немножко зивы. И так действительно постановляют Рамбам, что из-за этого они переносят, передают нечистоту бемаса, потому что мы боимся, что капельки зивы наверняка остались. В общем, все это, как я сказал, весьма запутано и практического значения сегодня почти не имеет, хотя может теоретически иметь и сегодня. Я видел у Рава Зильберштейна, например, обсуждать, когда солдат, скажем, должен заходить на храмовую гору, он же должен быть чистым. Некоторые виды нечистот мы не можем сегодня очиститься, как нечистота мертвеца. Но на саму храмовую гору может человек, нечистый от мертвеца, заходить. А вот зав не может. И, соответственно, стоит вопрос, если человек, например, двигал сосуд, в котором было семя, в котором может быть немножко зивы. Да, такой вот вопрос. То есть теоретически могут определенные законы нечистоты относиться и сегодня в каких-то очень редких ситуациях. И на этом я на сегодня закончу. В самом конце страницы, кстати, начинается обсуждение наоборот. Если мы уж говорим Кальве Хомер, то может наоборот скажем Кальве Хомер, что если уж на улице животное, которое стало бодаться, нужно платить, тем более, если животное съело или растоптало что-то. Потому что если уж во дворе нужно платить полную стоимость в случае, если растоптало или съело, тогда логично было бы сказать, что и на улице Кальве Хомер нужно будет платить хотя бы половину стоимости в случае, если животное что-то съело или растоптало. И тому пытается доказать, что это не так. Разумеется, мы знаем, что на улице за растоптанное вообще ничего не платишь. А да, если животное на что-то наступило, не надо было хозяину оставлять сосуды на проезжей части. А, соответственно, если съела, то только платишь за удовольствие, которое животное получило, а не за всю сумму, как мы уже обсуждали не раз. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.